Ты кто? Маша! Кто? Маша я! Ты Маша? Да, я Маша! Это Маша. А кто лежал на моей кровати? Да! А кто ел из моей миски? Да! А кто сидел на моем стуле? Да! Это сделала ты? Нет. А кто? Маша! Но Маша, это ты? Да! Так значит, это ты сделала? Не исключено. Тогда или нет? Или. А откуда Маша? Из Кропоткина. А что Маша здесь делает? Маша очень голодная была. Так отсюда до Кропоткина 700 километров. Да? Маша очень голодная была. А как Маша добиралась? Да-да-да-да. На поезде. Да-да-да-да. На машине? Да. Автостопом? Да. А у Маши есть деньги? Нет. А как Маша расплачивалась? Да. А Маша учится? Нет, Маша уже умеет. Маша была замужем. Ой, где только Маша не была. А где Маша будет спать? Где тут? Ну, тут сплю я. Да-да-да. Иногда мы. Да-да-да. Нет. Да ну на. Нет. Да. Так появилась группа «Маша и Медведь».